Всем привет! Сегодня хочу снять видео. Возможно, оно кому-то пригодится. Мы в магазине покупали горшки, и женщина выбирала горшочки, но здесь не было дырочек. И она спросила, а как здесь сделать дырочки? Я начала гвоздем пробивать и расколола горшочек. Я на самом деле думала, что многие знают, как можно сделать вот эти дырочки, но, как показала практика, не все это знают, поэтому я сейчас вам расскажу. Все делается очень просто. Берете отвертку, нагреваете эту отвертку на огне. Конечно же, будьте осторожны, она очень горячая. Затем берете горшочек и очень легко прокалываете дырочки. Точно так же можно проколоть дырочки в пластиковых стаканчиках. Но для стаканчиков не нужно сильно нагревать отвертку, потому что стаканчик быстрее плавится. Ну, на самом деле, вот так все легко. Главное быть осторожной. Выделите себе для этого какую-нибудь старую отвертку. Идеально подходит крестовидная отвертка для таких целей. Вот мне муж выделил старую отверточку, которой я все время пользуюсь. Надеюсь, видео было вам полезно. Если полезно, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Инесса. Пока-пока!